знаю, что тут добавить он в комбинации, но посмотрим. Призер многоборья на этом чемпионате Европы уже. Наоборот, под жердями с поворотом неплохо. Выходит в одну жердь. Это получилось. Хорошая позиция тоже на одной жерде. Дальше хорошо уходит Хели. Да, здесь именно этот элемент, уходя с одной жерди, добавляет еще одну десятую сложность. Правильно. Это видно невооруженным глазом, что это сложно. Ну и вот подскок лишний, это, конечно, ошибочка, десятый, да, получает он с Бахти здесь. Еще остановка легкая была в махе в стойку. И тоже за это с Бахти получит, скорее всего. Ну, пока видно, что работать умеет на брусье, безусловно. Но тяжеловато уже, конечно. И форма тяжелая здесь. И нет такой легкой динамики работы, которая обычно для таких мастеров большого уровня уже, да, она, в общем-то, присуща. Это высокого уровня еще шагать. На днях проходил, кстати говоря, чемпионат...